В данном случае это видеосылка. В описании видео вы найдете ссылку на вот эту страницу. Как правило, когда человек начинает изучать язык программирования, Python не исключение, он теряет примерно год времени. Почему? Потому что, в принципе, не знает, на что обращать внимание, на что смотреть. Посмотрев данный курс, вы сможете изучить за 3 месяца то, что к чему пришли через года полтора-два, на что начали обращать внимание. Я думаю, что полезно это понять сейчас, и изучение пойдет быстро и качественно. Успехов!